Привет! И так начинается мое сладкое утро. У нас сейчас время 9:02. Я встала в 7:16. Вот до 9 ровно я пролежала. Сейчас я снимаю вам видео. Я сегодня душком не одна, поэтому кафе. Но сначала до школы я иду не одна, поэтому, скорее всего, видео выходить не будут. Вот, сейчас у меня время 9:02, как я вам уже сказала, и теперь я вам показываю, что же я буду делать сегодня утром. И, в принципе, что же я делаю каждое утро. Погнали! Первым делом я встаю. Конечно же, чищу зубы, умываюсь, ну, там, если какие-нибудь там... уходы за волосами и за лицом. Сейчас я буду мыть голову. Я меняла шампунь, потому что у меня опять же появляется перхоть. Поменяла я шампунь на рецепт бабушки Агафьи. Вот такой. Не знаю, подходит ли он мне сейчас в данный момент, поэтому я сейчас буду его мыть уже им голову второй раз. Вот, все вам про него расскажу, если у меня на него перхоть не будет появляться, вот, то я такое только и буду покупать. Такое мы с мамой заказывали на Озоне за 200, либо за 230, либо за 250 рублей. Это не реклама. Вот такой. У него очень много лечебных разнообразных трав. И бальзам ополаскивающий для волос. Вот такой. Поэтому сейчас приступим. Для начала моем голову, а потом в моменте, пока она будет высыхать, мы будем чистить зубы и умывалки делать. Итак, я вам рассказываю. Первым делом, когда я встаю, я сразу иду кормить Барса. Пока что ставить греть чайник. Вот, и пока у меня Барс кушает и греется чайник, я прихожу умываться. Если голова грязная, у меня есть время на утром. Вот, я иду мою голову. Вот мне сейчас Таня написала. Итак, я сейчас ждала, пока мой брат почистит зубы и умоется, потому что я про него совсем забыла. Он там просто сейчас играл, потом пришел, говорит, мне очень чистить зубы, и, короче, я ждала его. В общем, сейчас я буду мыть голову. Еще раз вам показываю, чем я сейчас буду пользоваться. Вот. Потом умываться и так далее. Таня сейчас тоже уже будет, надеюсь, снимать видео. Вот, потому что она уже встала и сейчас будет одеваться, собираться. Вот, сейчас у нас время 9:11. Так, и вот я уже намочила голову, сразу, как по правилам, надо надевать шампунь. Шампунь у меня коричневого цвета, вот таким цветом он, потому что там всякие разнообразные травы, вот. И теперь его наносим на голову, как правило, надо наносить только на корни. До кончиков волос дойдет, типа, вот, но я не делаю не правила, как всегда, вот, я, в принципе, всегда вот так вот мочалю, по вчерашним разговорным вечером видео у меня не открыли комментарии, надеюсь, то, что под этим видео откроют комментарии, если откроют комментарии, то обязательно задавайте вопросики, я буду отвечать. Потому что мне нравится, когда вы мне задаете вопросики, я на них отвечаю. Создам специальное такое видео, где наберется очень много вопросов, и на этом видео я все отвечу. Вот сейчас вот так вот все проделываю.
это дело. И, естественно, промываю. Выключаю я камеру из-за того, что очень шумно, и вы меня просто не услышите, даже если что-то я вам скажу. Поэтому я не вижу смысла, чтобы включать камеру. Итак, ребятки, все, я все проделал. Бальзам я уже тоже нанесла. Вот, бальзам я уже тоже нанесла и уже промыла. Теперь заворачиваем голову. Конечно же, сейчас во время процедур за лицом у меня волосы будут завернуты. Именно в таком положении. Потом, когда я выйду, я сразу же буду сушить. Вот, голову сейчас родители, они все уезжают у меня за бабушкой. Сейчас к нам приедет бабушка, поэтому мои видео я буду снимать даже длинные, скорее всего, потому что они потом уедут там по семейным делам. Вот, как-нибудь я с этим вам поделюсь. Возможно, на этих выходных, возможно, нет, не знаю. Вот, первое, что мы делаем, у меня есть такое вот зеркальце, сейчас вам покажу. Если что, я буду смотреться в это зеркальце. И еще впереди меня есть огромное зеркальце, которое висит. Для начала мы берем, взбалтываем мицеллярку. Мицелляркой я умываюсь не каждый день, как вы уже знаете, кто смотрит мои, ну, мои видео про мое утро. Все знают, что я ей умываюсь, когда умываюсь. И вот наношу на полотенец, потому что у меня сейчас закончились на данный момент ватные диски. И надо как-то выходить из положения, поэтому я просто вот так вот тщательно, аккуратно протираю. Вот и все. Я бы сейчас... Вот Таня пишет, сейчас тоже будут снимать мое утро. Вот, я сейчас протерла лицо. Хотела вам сказать про то, что у меня есть такая вот маска синяя, типа, которая задерживает волосы, и волосы, типа, не лезут в лицо. Но так как они у меня сырые, вот, я лучше так вот сделаю полотенчиком. У меня, в принципе, по норме. Умывалкой сегодня умываться не буду. Сейчас сразу же, когда я умоюсь, накрашусь, потому что потом мне не будет времени вообще краситься. Вот. Еще у меня есть вот такой вот крем для рук, но на сами ладошки я не буду наносить крем, потому что я буду завтракать, и, естественно, это все будет попадать в еду. Вот таким образом наносим крем. Вот сейчас, на данный момент, я мыла голову вместе с вами. Но я отключала, потому что было очень шумно. И у меня не смылось ни капельки розового шампуня. У меня слилось и коричневый шампунь из-за того, что шампунь сам по себе коричневый. Я вам показывала. Вот. У меня волосы прежде остались такие. И да, хочу вам сказать, что у меня этот крем очень хорошо впитывается в руки. И вот, как вы могли заметить, они вот уже блестящие, потому что крем уже впитался. Еще, если сегодня у меня останутся деньги после кафе, так как я сейчас собираюсь в кафе, у нас надо встретиться уже у школы, всей компании, которая идет в кафе, в 11:30 мы уже должны все быть у школы. Но мы с моей одноклассницей, подругой, так скажем, вот, встретимся у нашего магазина Капитана, который неподалеку от нее и от меня, вот, в 10:40. Вот, мы с ней договорились выходить из дома, вот, но ей ближе идти до этого магазина, чем мне, поэтому она выйдет чуть позже, естественно, вот, и мы пойдем, и немного там постоим, потом подойдет Таня к школе, может быть, мы даже с Кариной пойдем к Тане навстречу, я не знаю, вот. Сейчас я начну уже потихоньку подкрашиваться, потому что потом мне надо выбрать одежду, а это для меня очень трудно, как для всех девочек, женщин. Вот. И сейчас 7 марта. Я просто читала сообщение Танины. Вот, завтра 8. Всех с праздником, с наступающим.
Я сейчас буду уже краситься. Тушью я пользуюсь вот такой. Пум. Короче, я не умею читать английский. Вот, почитайте. И сейчас просто буду смотреть, как я крашусь. Может быть, что-то вам расскажу. Это видео я, опять же, монтировать, скорее всего, не буду. Если останется время, то смонтирую. Крашу я по 2-3 слоя, потому что эта тушь у меня стойкая, и она стоит хорошо. Но если ее накрасишь один раз, то ее особо не видно. Вот просто. Если сейчас накрашу по второму разу, то все будет видно. А по третьему вообще шикарно. Сейчас специально сделала одну сторону накрашу, на другую нет. И вы скажете, как мне лучше. Если, конечно, комментарии будут открыты. Опять же, вас предупреждаю насчет комментариев, потому что их открывают не всегда. И то у меня был детский контент на канале, теперь у меня никак не детский, потому что после этих путешествий и вообще после последних видео у меня начали приходить на канал жалобы, то, что я туда выставляю, типа, видео с музыкой, и типа то, что это жалобы, вот, авторские. Ну, жалобы так жалобы, значит, буду теперь контент снимать не детский, теперь мне можно все делать. Просто вам рекомендуется посмотреть такой канал Хасмут. У него там две хаски, один маламут. И там он брешет матом по-всякому. И у него почти под двумя последними видео детский контент, все остальные взрослые. Там у него и музыка, и все на свете. И его ни разу не сделали авторскую жалобу. У меня почему-то всегда. Не понимаю. Но не всегда, а когда вот я, когда ехала в Мичуринск, вот, мне прислали, что типа у меня авторские жалобы. Вот, когда я дома была одна, я вам снимала то, что типа, что я делаю, когда я одна дома. У меня там тоже прислали, что авторские жалобы, хотя я сделала не детский контент. В чем прикол, я не понимаю. Когда я ехала, потому что я знала то, что на музыку будет очень много авторских жалоб, я делала не детский контент, но у меня почему-то под одним сделали авторские жалобы. Я не понимаю. Вот еще даже ни разу не видел, надо у Тани спросить, были у нее хоть один раз авторские жалобы. Вот как по мне кажется, то, что у Тани тоже должны были быть. Там не знаю. Сегодня такую в ТикТоке песню слышала, я ее слышу уже второй день. На коне привязалась, но петь ее здесь не буду. Потому что опять же... Авторские жалобы. И теперь запомните раз и навсегда, у меня теперь не детский контент. Со мной здесь будет очень весело. Вот вы понимаете, почему я теперь рано встаю и крашу? Потому что бывают вот такие вот проблемы. И, например, там мне не нравится, мне надо что-то нарисовать другое. Вот, либо еще что-то. Вчера у нас с Барсом опять была фотосессия, 15 числа, я вам говорила, будет зашубенская фотосессия. Поставьте лайк, кстати, у кого не работает Инстаграм. Вот. Если только переходить на английский США. А так не работает. Вот я пока делаю одну сторону вам для сравнения. Да хватит и! Бесит он тут. Пилюкает, 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 пилюкает. А, так. Далее я беру пудру немного. Припудрить носик девочки, мальчики. Далее расческа для бровей. Зарядки, кстати. А, нет, это не зарядка. Думаю, это зарядка от моих AirPods'ов. А зарядка от моих AirPods'ов лежит... Так как у меня AirPods типа как айфоновские, но они не оригинальные. Вот, но зарядка у них айфоновская. А это я всегда думаю, что это айфоновская, но она не айфоновская. Никаким образом. Косметичка упала. Вот не бывает такого момента, чтобы в одном из видео у меня что-то либо не упало. У меня всегда падает. Что-нибудь, но упадет.
теперь у меня для вас такой вопросик. У меня есть две помады. Мне их подарила моя крестная. Я ими пользуюсь не прям каждый день, но если на какой-либо праздник, то да, я ими пользуюсь. Вот, теперь у меня такой вопрос. У меня есть помада от Gold. Она ее покупала в Москве, когда ездила в Москву. Вот такая. Она ей не понравилась, она подарила ее мне. Но я ей ни разу не красилась, потому что у нее вот такой какой-то бабский цвет. Не особо прикольно. Могу вам сейчас показать на руке. Вот, это Gold. Розовый, просто камера не передает. Вот. Это Gold. Вот это. Еще у меня есть вторая помада, 801, она мне очень нравится, я ей часто крашусь. Вот такая вот красивая помада. Сейчас я вам ее затестирую. Вот она. И поэтому я, скорее всего, буду красить губы ей. Немного. Не знаю, почему, но если я крашу 801 вот этой, ну, фокус. Ладно, если что, это не рекламка. Вот, и вот такой вот тон 383. Но я буду краситься 801. Я их, в принципе, всегда крашусь. Даже в школу иногда, прям вот раз, два, вот так вот. Друг об друга, и даже никто не замечает, что я вообще в помаде. Потому что она почти незаметная. Так, ну и в принципе все. Так, Басик просится. Заходи, Вася. Так, я крашусь, когда на какой-либо праздник, либо еще куда-то. Тушью, помадой, первым делом тоником. Ну, это не тоник, это мицеллярка. Вот, далее тени, пудра. И расческа для бровей. Вот. Все, чем я пользуюсь. Барс, куда ты в ванну лезешь? Купаться захотел? Так, это теперь мне надо помаду отмыть от руки, а то потом пойду с помадой на руке. Мы с Кариной довольно-таки нормально общаемся. Вот мне второй раз звонит какой-то один и тот же номер. А я все сбрасываю. Мне он нафиг не нужен. Я сейчас по второму разу через несколько минут или через несколько этого. У меня новый подписчик. Если, короче, сейчас мне кто-то еще позвонит, я сделаю тогда уже вторую часть моего утра. Просто мне интересно, кто это. Я знаю то, что это просто могут сбросить, поэтому, скорее всего, отвечать не буду. Барс, не точи ногти. Тут хотя бы старые обои, и мы здесь разрешаем Барсу точить когти. А вот у меня в спальне он тоже точит когти, но мы его отучаем. Я ему, скорее всего, либо на 4, либо на 5 месяцев подарю когтеточку. Такую картонную, потому что обычную когтеточку из дерева, который с домиком, вообще не по кайфу. Вот наш Барсюшка. Толстушка. Да, моя толстушка? А вот толстушка. Моя толстушка. Вот такой вот толстенький. Он сейчас не особо толстенький, потому что он сейчас позавтракал мало. Вот, но когда я буду ходить, я его еще покормлю, потому что я знаю то, что без меня он кушает плохо. Когда мы уезжали, он довольно-таки нормально кушал, мне бабушка говорила. Вот сейчас я покажу вам, какие у меня длинные брови. Не получится. Наверное. Еще куда ты пойдешь? Ты в магазин пойдешь, на бутылку пойдешь. Куда я пить-то? Ты видели мы тебя? Че не видим, что ли? Барс, ты че орешь? Видела. Вот расчесанная, вот не расчесанная. Что, иди ко мне на ручки.
Вот возьмешь его один раз, теперь он замучает. Он, ему нравится, когда я что-нибудь делаю, ему нравится смотреть в зеркало на себя. Вот он играет с моей вот этой вот щеточкой, любит играть. Я ему даю вот эту щеточку. Вот. У него, получается, здесь нет кисточки, и он волос не наестся. На. Играй, иди. Он любит с ней играть, но как-то оно ему уже немного поднадоело. Сразу я расчешу вторую бровь, пока набила руку на нее. А, да, многие могут заметить, что у меня разные брови, и не может быть, мне кажется, даже у одного человека, что были одинаковые брови. У любого человека могут быть разные брови. Это есть редкость, у кого одинаковые брови. Вот у моей крестной, хоть она и профессионал по бровям, но у нее даже кривые брови. Кстати, с той кисточкой, которая играет сейчас Барсик, это кисточка для накрашивания тенями. А вот, но так как у меня оттуда выпала кисточка, и Барс ее наполовину сожрал, а вот, то я крашу пальцем. В принципе, пальцем даже я ощущаю, как красить. Хотя у меня есть запасная кисть где-то. Есть косметички. Сначала я всегда крашу белым. Барс, да не возьмите на руки. О, нашла вторую кисточку. Потому что ей я не особо ощущаю, где я крашу. Вот, и поэтому мне не особо удобно красить кисточкой. Так, сначала сделаю вот таким. Иди сюда, иди, я тебя возьму. Иди. Иди, я тебя возьму. Иди, мой хороший. Иди, я тебя возьму, иди. Моя маленькая зайка. Вот, вы видите, ему чисто нравится, что я его взяла. Все, Барс ушел кушать сырой, ой, сухой корм. Делаю вот такие вот нежные теня, потому что нас учительница запрещает краситься, но мне по барабану. Что она там говорит? Вот так. Посмотрите, какой он маленький. Угу. Толстяк маленький, да. Вот кусается, вот он мне бесит, он кусается. Он кусается, он всех искусал уже. Всех искорябал. Приходит только сюда, меня кусать. Кстати, у кого есть вот такая вот щеточка, это не только используется для бровей. Вот. Вот эту я большую часть использую для бровей, чтобы их ровными сделать. А вот это я делаю для того, чтобы и расчесать брови там, где они ровно, и еще делать вот так вот ресницы. Там есть комки туши, и комки туши остаются в расчесочке. Вот. А ресницы становятся распущенными, хорошими. Можно еще по-разному накрасить, так вот сразу провести по сырой туши. И все, ребят, как будто бы вы нарастили себе брови. Ой, ресницы. Сейчас попробую еще раз накрасить. Это я сама только недавно узнала. Все, больше красить не буду, чтобы ресницы не отвалились. Все говорят, не красься, у тебя и так хорошее лицо.
Вот, и просто портишь свое лицо и так далее. А мне до лампочки. На. Ты сразу накрашиваешь пудрой и все. На этой стороне я закончила. Меня всегда бесит красить сначала одну сторону, потом вторую, потому что у меня одна сторона получается красивее, а вторая нет. Мне до лампочки. На. Накрашенная. Не накрашенная. Вот так. Бабочки. Говорю сразу, рекомендуйте всем своим друзьям мой канал, потому что у меня здесь интересно. И теперь у меня здесь не детский контент. Теперь у меня здесь будет очень много интересного и так далее. А вон там приехала бабушка. С длинными ногтями, особенно как у меня указательные большие пальцы, неудобно наносить тени. Это просто ад, когда длинные ногти. Естественно, я уже половину не помню, какими цветами я красилась, поэтому сейчас просто буду подбирать цвета. Там опять просится барс. Ну заходи! Кс-кс. Если он сейчас тут будет пищать, я его даже на руки не буду брать. Потому что мне даже краситься не дает, а у меня уже время 9:40. А в 10:40 я выхожу из дома. Вообще по кайфу. Все мне говорят, что я издеваюсь над своим котом, ни капельки. Теперь мы делаем вот эту немного потемнее, потому что даже немного потемнее мне нравится. На. Пока ты орешь, у меня в голове пролетают бабочки. Так, теперь это темнее получилось. Вот видите? Отличие. Отличие есть. А мне до лампочки. На. Пока ты орешь, у меня в голове. А теперь, когда у вас на ресницах получились вот это, мы берем вот эту вот щеточку и проводим по ресницам. Можем сдуть. Еще у вас сюда вот осыпаются. Просто берем мицеллярочкой на уголок полотенца, все проносим, проводим. Все как новенькие. Вот вы слышите, как он стал противный, он начал орать. Мы, кстати, вчера с ним гуляли, делали фотосессию на улице. Кто следит за Барсиковым и за моим инстаграмом, те знают, видели. Вот, это вот частенько что-то выкладываю все. Мне до лампочки. Но. Он еще может вот так вот его держишь, что-нибудь его там поцелуешь, он может кинуться в лицо. На мне до лампочки. На. Пока ты орешь, у меня в голове пролетает. Вот они все говорят, вставай пораньше, зачем ты встаешь пораньше? Вставай попозже, ты просто тратишь время на эту покраску. У меня сейчас время 9:43, мне в 10:40 выходить, мне еще надо выбрать одежду, позавтракать. И вообще, кипец. Целый. Не ори! Я тебе вон дала.
Даже не ощущаюсь, что завтра 8 марта. Мое утро у меня выходит не каждый день, потому что то либо мы куда-то уезжаем, то я занята. То мне надо там созваниваться утром, пока дома никого нету. То еще что-то. Мой вечер выходит почаще, хочу вам сказать. Поэтому надеюсь, что после этого видео у меня наберется наконец-таки 1000 подписчиков, и я наконец-таки сделаю неужели для вас челлендж. Потому что у меня все для этого челленджа заготовлено, а вы мне никак не добьете 1000 подписчиков. 100-то вы запросто добили, 500 тоже. А ты еще что? Лень, что ли, добить? У меня сейчас на данный момент 951 подписчик. Добейте мне 1000 подписчиков. Я вам говорила, что я устрою жесткий пранк и сделаю жесткий челлендж, поэтому. Тем более у меня теперь не детский контент. В принципе, чего-то я и добивалась. Мне кажется, то, что у меня не разные. Мне не кажется. В принципе, сейчас они подсушатся и будут одинаковые. Неужели я одинаковая? Не ори. Скля. Такая была тишина, когда он копался в лотке. Сейчас опять пищит. Потому что он вечно хочет, чтобы он ходил на руках. Чтобы его вечно держали и на ручках. Он же маленький ребеночек. Вот. Но мы его сейчас отучаем от рук, потому что в дальнейшем, когда он будет большой, он так и будет проситься на руки. Таня выложила видео под названием «Пожалуйста». Мне уж стало интересно. Наверное, просит, сколько-то там давить подписчиков, не знаю. Кто там булькает? Кто там булькает? Кто там булькает, малыш? Да, моя царя, она не живет. Ты что, ты куда-то карабкаешься все время? Ну и такой сразу нежный цвет. Она моя зря. Он так пищит странно. Он у нас, кстати, уже гуляет без поводка, что радует. Ходит у ног рядом, либо мы ему открываем дверь на улицу,
За ним даже не следим, а он просто сидит на пороге и смотрит. А если я иду куда-то на улицу, то он идет за мной. То есть, если мы выпускаем его домой без поводка, он просто сидит на пороге и просто смотрит. Все, я готова. Теперь иду сушить волосы. Вот так. Кстати, Барсик приобрел себе расческу. Я ему заказала вот такую вот расческу. Танглти хорошо очень вычесывает из него. Вот так. Сейчас буду сушиться. Так, в общем, сейчас вместе с мамой выбрала лук себе. Вот. Вот вы видели, как я сушу волосы, каким феном и так далее. В общем, как-то так. Сейчас все выберу. Позавтракаю. И там уже будет время подходить и выходить, потому что время уже 10:13. Поэтому всем пока.